Привет всем! Сегодня новинка от компании Коспет. И еще один танк. Танк X1. Интересные часики. Смотрите, как выглядит. Давайте сначала пленку с ним. Она мешает просто читать информацию на коробочке. В общем, ссылка в описании. Переходите, смотрите, где можно заказать эти часы. Стоят они примерно в 3 раза дешевле моих вот этих вот Amazfit. Да? Мне очень интересно, здесь AMOLED и здесь AMOLED, как тут по яркости сравнение. В общем-то, Коспет выкатила танк X1 с AMOLED-дисплеем 1,47 дюймов, 194 на 368, 10-15 дней работы, 10 атмосфер у нас погружения, IP69K и, между прочим, здесь военный стандарт защиты, то есть Milesta D810H. Это, соответственно, вы можете и в парилочку пойти, и на лыжах прокатиться, снег, дождь, ни хрена ему не страшно, и купаться с ними можно. В общем, такой военный стандарт специально, он, кстати, должен где-то здесь быть указан. Милитари, вот, пожалуйста, вот, американский стандарт, это чтобы претензий не было ко мне в комментариях. Вот такие у нас сейчас армейские часы, другие времена настали. Будильник, калории, сердечный ритм, калькулятор есть, классная вещь. Дисплей сказал, о, есть... А вот проверим, постоянно он или нет. Тот самый Milesta D810H, Gorilla Glass. Плюс, говорят, китайцы там пишут прямо на сайте, что это 3D часы почему-то. Ну, видимо, у них дисплей не плоский, а чуть-чуть такой, знаете, дугообразный. Немножко выпуклый. Будет интересно посмотреть, поглядеть. 10 атмосфер, IP69K. Тут что? 7 спортивных форт, спорт, мониторинг сна. Все обычные такие функции, необходимые для жизни. Коробочка хорошая, качественная. Просто так не хочет выпадать. Придется выковыривать. Ну ладно. А ну вылазь, давай вылазь. Не, ну конечно по-вандальски не хочется. Так, а ну вылазь, давай. Они ж военные, чё я боюсь? Им все пофигу. Опа. Так. Ух ты, а что там, смотрите, как все было спрятано. Если бы не тряс, бы и не догадался бы. Так, у нас идет какая-то карточка непонятная. Спасибо, нам пишут, спасибо. Да пожалуйста. Танк X1 User Manual. Ух ты, цветной, красивый, на многих языках, а. Ну, тут, естественно, есть свое приложение личное, которое можно, личное от компании, можно и нужно устанавливать на телефон. То есть и на Android, и на iOS. Так, у нас зарядочка магнитная, вот так вот выглядит. По длине, ну, сантиметров 50, не более. Слушайте, по цене, переходите по ссылке в описании, там смотрите. Ну, они имеют такой фактор, знаете, такой нынче модный фитнес-браслет. Силиконовый ремешок черный. Просветка, там еще вот у меня серебристая версия, там еще корпус тут полностью из металла. Есть еще черного цвета, приходите по ссылке в описании, смотрите. Новые часы, по ценам не знаю, опять-таки там смотрите. Так, вот это не вытаскивается, ну ладно, окей. Давайте рассмотрим, как это у нас выглядит. Так. Это у нас бакля металлическая, отлично, хорошо. Два трынчика, оба гуляют туда-сюда. Корпус плавника переходит в силиконовый браслетик. Браслетик у нас на винтиках, на прямых, шлиц прямой. Можно, по идее, это все дело самому выкрутить с обоих сторон, да, по одному винтику. Ну и все это имеет такой вот литой корпус, как бы, не корпус, а силуэт. Так, а вот так я вытащу? Смогу вытащить? Ага, есть таки. Вытащил. Ну что? Итак, друзья, рассмотрим поближе. Да, таки, смотрите. Ну, прям не совсем тут 3D. Я не знаю, почему там написали 3D. Смотрите, как вот чуть-чуть они такие выпуклые. Не совсем они плоские. Плюс еще вот такое, знаете, тут не 2,5. Да, тут как бы 3D. Обычно 2,5D, это вот на... Обычно 2,5D, вот так вот на телефонах. Вот это 2,5D. А здесь можно сказать 3D. Так что, если что, кликбейт интересный получится. У меня в названии, да, он со всех сторон. Смотрите, из торцов здесь, и здесь, и по бокам у нас такие внушительные скругления. Ну и сам по себе он не плоский. Он такой чуть-чуть горбится. У нас две кнопки, оранжевый. Смотрите, одна кнопочка, вторая кнопочка. Здесь зарядка. Как она их держит? Так. Ну, не особо, конечно, крепко, сразу слетает. Датчики у нас выглядят следующим образом. Сердцебиение измерять, мониторинг сна, все вот это вот. Еще раз, у нас металлический корпус. Тут, кстати, подписано, кнопочки подписаны. У нас старт. А здесь у нас power. Угу. Ну и пленки защиты никакой на дисплее нет. Дисплей Gorilla Glass.
как заявлено производителем, и он скользкий. Здесь хорошее лифобное покрытие. Ну что, запускаем, зажимаю кнопочку, сейчас запускаем, смотрим, что тут у нас будет первоначально. С торца написано «Танк», часы танкиста, может быть, даже назову. Надо придумать интересный кликбейт, что-то не запускаются. А, тут я не тут нажимаю, вот идиот. Ну что, ждем запуска. Пошла вибрация, и сразу вот так вот у нас даже шим небольшой заметен. Сразу дисплей запустился, они что, не пойму. Опаньки, ты смотри. Слушайте, надо по яркости проверить. Раз уже сразу, так сразу. Давайте яркость. Опаньки. Опаньки. Так, назад. Вот такой дисплейчик. Там много еще всяких циферов. Все это вам покажу. Ну, пошел я, короче, пользоваться. Настраивать. Что тут с аводом, узнаю. Как тут что почем. Такие, ну, эти тяжеленькие. Ну, на руке, кстати, на руке. Как будет на руке? По толщине, ну, плюс-минус это те же самые. Смотрите-ка. То же самое. По цветопередаче, по яркости. Ух ты, смотрите-ка, они не уступают по яркости-то, не уступают. Здесь на полную. А ну-ка. Ну, честно, честно, я больше люблю не такого формата вытянутого, вот именно как браслет. Мне больше нравится классика, круглые часики там. Мне даже не нравится квадратный от Apple, там вот это все, как они там, Apple-овские. Ну, вот так вот смотрится на моей волосатой худой руке. Как вам? Пишите в комментариях. О, на подъем срабатывает-то. Срабатывает. И хорошо срабатывает, слушайте. Ну, что я скажу, прикольно. Знаете, а мне нравится, вот именно рассуждать как о браслете, мне нравится, что они здесь продумали. То есть все плавненько перетекает в дисплей. Здесь, здесь, по бокам, везде все перетекает и смотрится более-менее слаженно. А не так, когда там ремешок отдельно, а вытянута эта колбаса отдельно. Так ничего, так. Прошло трое суток, вот то самое приложение Каспет. Вот так оно выглядит. Это главный экран приложения. Ну и часики у меня на руке. Вот такой у меня цифер стоит, он мне понравился. Я его скачал. Он был здесь установлен не изначально. Я его просто скачал тупо с приложения. Благо там есть чего выбрать на самом деле. И вот именно с такими красными акцентами мне показалось, наиболее стильно они смотрятся. Носил я вот в таком состоянии, то есть смотрите, вот у меня палец здесь пролазит, а все почему? Ну потому что если их плотно застегивать, прям совсем плотно, то, честно говоря, начинает рука потеть под этим ремешком. Но, правда, есть и плюсик в этом ремешке, я обнаружил. Вот эти два ползунка, как бы это продемонстрировать, наверное, сейчас не покажу. Ну, в общем, там есть такие с обратной стороны пимпочки, вот там вот пимпочки такие, эти пимпочки заходят в эти дырочки, дыфточки вот эти вот, и тем самым они не гуляют туда-сюда, один раз зафиксировали, и все. Вот это четко они продумали. Ну, а сам по себе браслет этот, это прямо резина такая жесткая, и у меня вот, честно говоря, потеет рука. Спать я с ними не спал, как бы не собирался с ними спать, у меня другая ориентация. Ну ладно, шутки в сторону. Ну, я не люблю с часами спать, просто мне тупо неудобно. Я и без трусов сплю, а тут с часами буду спать. Охренеть просто. Ладно, давайте их снимем с руки, я вам покажу чуть-чуть более подробно, что они там... Вот видите, как очень-очень крепко эта хрень сидит. Надо прямо недюжинную силу приложить, чтобы вот так вот их сорвать. Итак, ремешок, можно сказать, здесь кастомный. Вот так вот просто найти на Алике такой же точно ремешок у вас не получится, потому что, ну, понимаете, да? Вот только с этим ремешком. Две клавиши у нас тут. Вот эта кнопка включить и выключить. Она же и кнопка назад. Также включить можно и спортом кнопочкой. Вот, пожалуйста. В общем-то, очень удобно пользоваться из-за этого 3D у них, да, это называется. Очень хорошо палец скользит. У нас тут, смотрите, с правой стороны у нас тут калории, вот эти все дела. Как обычно у всех часах, то же самое здесь. Мониторинг сна, с которым я не спал. Не двигайтесь. Ну, кислород тут меряет. А вот кислород, мониторинг сердца это был. Тоже, видите, не двигайтесь. Погода. Тут вот погода и на остальные дни, пожалуйста. Правда, все на английском. Кстати, шрифт здесь нормальный, четкий. Изображение четкое. Управление музыкой. Классная штука. Видите, тут еще громкость можно менять. Переключать треки свои. Крутая штука. Это пригодится. Так, сразу. GPS здесь нет. Сразу говорю, автояркости нет, оплачивать покупки нельзя. Вот таким образом я сейчас сэкономил время. Если что, закрывайте видео. Если вам не нужны были те самые функции, их здесь тупо нет. Следом, сверху у нас шторочка. Вот так это выглядит. Ну, тут можно яркость выбрать. Сейчас яркость, видите, на всю. Также Always on Display. Тут, между прочим,
три режима Always On дисплея, который работает постоянно. Здесь нет ограничения по времени. То есть вы ставите либо цифровой дисплей у вас, либо стрелочками. А еще можно просто перевести это в режим тупо часов. Вот просто одни часы будут отображать. И, кстати говоря, держат они охрененно заряд, пока не забыл. Просто я это говорю, просто пока не забыл. Заряд держит круто. Две недели 100 пудов. Кстати, погасить ладошкой тоже не получится. Стиль 3 сейчас стоит. Ну, давайте посмотрим, что за стиль 3. Вырубаем. Вырубаем. Вот, пожалуйста, такие циферки. Дома особенно неплохо заметно. На улице, на солнце уже, да, надо напрягать глазки, вглядываться, сколько там время. А если заходишь в подъезд, в лифт, нормально все видно, неплохое отображение. Но учтите, что с включенным Always On Display, а вот, они проработают где-то трое суток, не более. Вообще жрет так неплохо. А вот без него две недели точно протянет. Если все отключить, то и месяц. Вообще относитесь к этим часам как просто тупо это аксессуар, с которым можно поплавать в бассейне, а также посмотреть, естественно, время. Да, еще. Включать здесь на звонки также не получится. Здесь нету ни микрофона, ни динамика. Вообще такой функции здесь нет. Можно только отклонить звонок, если он поступил на ваш основной гаджет, то есть на смартфон. С левой стороны у нас, ну, все, что на смартфоне имеется. Пульс, калькулятор. Есть секундомер, который в фоне не работает. А, ну да, здесь же еще есть давление. Давление — это полная фигня. Нет сообщений. В общем, сюда вам будут приходить сообщения, которые частично видны. Опять-таки, ответить вы особо не можете. В общем, полная хрень. Такой себе смарт-браслет. Что касаемо того самого приложения. Вот перед вами, опять-таки, еще раз основной экран. Переходим шаги и смотрим. Я, честно говоря, тут не особо вот... Не особо мне это все дело понравилось. Это за сегодня. Вот 3000 шагов, я тут 3281 шаг. То же самое отображается на дисплее, если вы углядитесь. Вот, пожалуйста, 3200, сколько там? Плохо видно через камеру. Ну, то же самое. Время тут две недели, заряд аккумулятора, ну ладно. В общем, что мне здесь не понравилось, так это то, что... Ну вот, за неделю, да, вот это что такое? Это получается с 4 по 10, вот у меня вот это вот. Вот эта вот палочка, вот это вот что? Где у меня... По дням. Где у меня по дням? Три дня. Вот я ходил с ними три дня. Я хочу видеть три столбика хотя бы. Ну, не один столбик. Очень неудобно. День вот так вот выглядит. Здесь есть как бы график. За неделю графика нет. И как это получается? Один день у меня 3281 шаг. Неделю у меня тут шагов сегодня 3047. Это как сегодня 3047? Я вообще не понял. Сегодня у меня 3281. Ладно, здесь спортивные режимы, тут велосипед, плавание, все такое. Ваши личные тренировки здесь будут, бадминтон, общие настройки, обновления. Я уже обновил, было одно обновление. СМС-оповещение, там ставите галочки, откуда у вас будет приходить СМС-оповещение, не только. Допустим, у вас от телеги будет приходить, от других приложений все это здесь настраивается, но опять-таки функции обрезанные. Настройки часов, это то вот самое, что я скачал, здесь находятся циферблаты. Ну, я бы не сказал, что здесь огромное количество, но выбрать есть чего, и я выбрал. Здесь вот три, допустим, здесь вот побольше. Ну, если так всматриваться, знаете, тут есть достаточно интересные вариантики. Прям симпатичные. Изначально те, что были установлены, ну, мне не понравились. Причем они анимированные. Так, все что-то не подзагрузилось. Но я на балконе нахожусь еще раз. А, вот, появилось. Анимированные, симпатичные. Так. Больше не надо, пишет. Ну ладно, больше не надо, так не надо. В общем, анимированные, красивые, симпатичные. Можете подобрать. Ну, изначально были установлены вот эти, по-моему, в распаковке. Ну, из того, что... Вот, наверное, пожалуй, вот эти еще интересные. И всех удивлять, наверное, чем-то необычным. Ну, ради примера, давайте вот еще... Ну, вот посмотрим, как вот эти смотрятся. Тут действительно есть достойные. Подберете что-нибудь. Ну и давайте подводить итоги. Обыкновенные, с внешним видом, наверное, все-таки фитнес-браслета... коим они и являются. Самое главное, я вам уже перечислил. Это есть Always On, это хорошая, даже отличная автономность. Это прям хороший, приятный циферблат. Прям хороший, прям достаточно яркий. На солнце, да, есть какие-то проблемы, но все равно все читабельно. Ну и, конечно, вот этот армейский стандарт. То есть вы можете и купаться, и в парилку лезть, и снега не боится, и перепадов температур этих холодных, горячих. Все этого не боится. Вот, в принципе, и все. Еще раз, относитесь к этому как к красивому, для вас, возможно, для кого-то, может, и нет, аксессуару.